мир плохих игроков представляет. Вот 208 GT, кстати, вижу. Денч. Хамло. То есть трое. Вот двоих вот этих... Не знаю, господа, пишите. Еще не всех запомнили, как бы. Да. А, Лучи. Вот еще. То есть, получается... И только Леша танкист, походу. Ну, да? Легионер, легионер. Так я уже брал гидростата в прошлый раз. Ну, блядь, тогда ты просто купил его, это скучно. А сейчас у тебя такая накал страстей, борьба. Кто же урвет этот ценнейший лот? На самом деле, просто прикиньте вот этих зажиточных крестьянинов, у которых сейчас там по 150 миллионов серебра. Ну да. Они ж не жалея будут херачить по 30 мультов, допустим, на какие-то лоты. Mm-hmm. И по факту они будут перебивать. Есть вероятность того, что они и ваш лот перебьют. Но да, это бред. Да, да. Да бред, это, знаете, на самом деле вся вот эта фигня с аукционом показала всю несправедливость еще во времена ГК аукционов. Там же, в принципе, то же самое, только вы там бонус ставите. И некоторые челики по 30 тысяч ставят на 907. Блять, 30 тысяч на 907, ребят. Вы не тупые. Я прекрасно это понимаю. И вы должны понимать, что 30 тысяч за кусок говна — это пиздец. Да, 9-7 кусок говна, если что. Вот смотрите наши стримы, и вы поймете почему. Раскрываем тайну. Инсайдер нам тут инфу слил, да. А че, блять? Миша, ну ты же понимаешь, что по-другому сейчас не раскрутиться? Я вообще-то частный сливатель блогеров, да, я делаю хуйню, но я понимаю, что я ее делаю. Сука, почему мы говорим голосами кастратов? Ну потому что по-другому невозможно представить диалог таких людей. Блять. Ёбаный скетч, блять. Катя Клэп, нахуй тут. Миша, а сколько литров слитой инфы ты на лицо получаешь в сутки? Вот сегодня литра 4. Соси, я 2066. Бля. Я перебил твою ставку. Я, блядь, по уши в инфе, нахуй. Ну, не знаешь, оболочка, блядь, из инфы белковая такая. Конченые долбоёбы. Ну как бы, чел. Зато мы знаем, что будет продаваться на черный рынок, а ты не знаешь. А ты не знаешь. Да, так что, кто из нас долбоёб? Мы владеем сакральными знаниями. Знание, наша сила, истина, наша пища. Слушай, там нашим плохо, надо идти им помогать, мы тут с тобой стоим. Блять. Как деревья. Какой пиздец сейчас 268 у них исполнил, блять. Сука, лоурай. Он, видишь, как он сдох? Он заскочил на труп и просто подставился под меня. Там такая упоротая херня была, такой... Такая туша взлетает просто. Если есть 140, то 907 смысла нет. Чел, во-первых, в принципе, ну, честно вот скажу, да. У 140 лучше башня. Но при этом я бы лично все равно, вот, к примеру, у меня в ангаре и то есть, да, но я все равно выберу 907, как ни крути. Чисто психологически доля чуть лучше ДПМа мне немножко как-то вот играет, да, вот на руку. Но, я тебе так скажу, эра этих совковых СТ, она прошла, они нахер не нужны. Пиздец, я тут просто на той, сука, я по льду прошелся, вы видели. Чел, просто не стоит брать... Ну, блять, совковые СТ, в принципе, уже устарели, вот эти с ДПМчиком там и так далее. Если ты хочешь ДПМный танк по типу 907 и 140, качайте СТБ, это реально 140 там здорового человека. И башка у него рикошетная, и пушка приятнее, то есть альфа там выше. Ты заберешь 705-го? Красиво. Блять. Ну тут без шансов, чел. Да чел, я, блядь, там чуть не утонул. Ну потому что у нас как бы Лёша танкист. Понимаешь? 200 IQ танкист.
Господи, как я сейчас насилую Е5-го, а ведь раньше это было... Гриль, ёбаная, ты, блядь, придёшь, нет, ко мне на помощь, долбоёбка! Скотина, блядь! Блядь, сколько хп? 1200, скотина ты, блядь, ёбаный! Лёша, блядь! Очнись! Сука, блядь... Мы это можем сейчас затащить, блядь, но эта скотина, блядь, конечно же, будет стоять там до талого, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Блядь, где эта стерва? Вот где мне её сейчас ждать? Где она, блядь, выкатит, сука? Я не понимаю. У меня хп, блядь, нет вообще, то есть я вообще никак не могу никого принять здесь. Ни в коем разе. Но эта скотина, свинья эта фуловая, она будет стоять до конца, блядь, конечно, нахуй. Базочку дайте, нахуй, базочку, нахуй. Очнись, ты обосрался, да-да, а я и не сплю. О-о-о. А он не спит, за ним стерва на фугасах приехала. Ай, сучка. Может мне его на дамаг давить? Да, просто... А я успею, ты думаешь? Да. Даже если он тебя придет, просто встань за трупом и все. Вот за этим трупом, который 140, организуй себе пока тут укрытие. Блять, мне тогда нужен ковша. Ой, ой, хорошо-то, блять, как, слушай, это походу на реплей. Мы реально нихуево так перевернули, блять. Ха! Ебать нахуй! Видосик подъехал нахуй! Все, ждем завтра. Ой, сука, я что-то провод там не зацепил. Да ёб... Что мне торчит, блять, под столом? Батька, блять, Вась! Тут-то нет инфы! Фух, блядь! Да, дамага не так много, но... Извините, я тут один против нахуй. Групповуха! Групповуха! Сестра Корбина в групповухе тащит! Ой! Фух, блядь, ебать! Пиздец. Бодренько, бодренько. Мне прям понравилось. Господа, ну я надеюсь, это-то достойно лайка, а? Пожалуйста.